Короче, китайская забегаловка, где очень вкусно. Меню в этом месте нет. Ты сам выбираешь и тыкаешь, что тебе нужно. Китайцы едят все полусырым, чисто обжаривают немного на суперсильном огне. Получается, вот что мы взяли. У нас тут тофу. Посмотрите, сколько масла в этом тофу. Это называется мозги тофу с перченым маслом. Так, я снова взял кишки. Они очень вкусные, обжаренные в масле. И тут у нас, получается, проростки чеснока. Ирис, с чем проростки чеснока? С мяса, я понял. И целая бочка риса, я думаю, как раз Ирис хватит. Короче, мы наелись. Всем спасибо.